пользователи социальных сетей в недоумении от бесконечного количества постов и аватарок, которые будто кричат нам: «Мы идем на касту! Мы идем на касту! Я иду на касту! Мы идем на касту!» И вот сегодня, в этот замечательный праздник, День защитника Отечества, в выставочно-развлекательном комплексе «Калейдоскоп» мы можем увидеть счастливых фанатов группы «Каста». Каста! Кто-то говорит, что рэп — это йоу. Другие думают, что рэп — это йоу. Третьи утверждают, что рэп — это йоу. Но пацанам из касты. Каста, йоу! Очень-очень-очень здорово! Все нормально здесь. Молодцы, ребята! Сегодня все звучат хиты Каста, начиная с первого дня творчества. А ну что же, все качают! Команданты Че Гевара! Команданты Че Гевара! Команданты Че Гевара! Все ништяк вокруг, шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк вокруг, шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вы смотрите на главных каналах все эти. Ну расскажи, пожалуйста, как тебе здесь? Отлично, отличная атмосфера. Они такие, какие на фотографиях, то есть сходство есть, это настоящая каста. Почему именно каста и почему именно 23 февраля? По поводу числа я тебе могу сказать, что никакого особого значения для них это число не имеет. Это единственная была их просто возможность приехать на Петрозаводск. На самом деле мы давно очень готовили этот концерт. Это не первая наша попытка, он получился не с первого раза. Пусть не совсем так, как мы задумали, но я думаю, что главное, что мы это сделали и что у нас это получилось. А почему именно каста? Ответ прост. Потому что они 15 лет в деле, их многие знают, их многие любят, их многие уважают, их песни многие слушают, и я не исключение. Сегодня 23 февраля, сам Бог велел прийти на касту, тем более мы ждали их целых 4 года, и вот я здесь, тем более так получилось, что сегодня я здесь работаю, и побываю на одной сцене с кастой, я думаю, что этого хочет каждый. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Наши люди, поднимите руки, если вы слышите эти звуки. Это каста! Не слышали о нас? Вы нас увидите еще не раз. Наши люди, поднимите руки. Когда на районе появилось электричество, слипшиеся массы задвигались, смотри чисто, расплывчатые формы рассеялись, а другие четкими сделались за время короткое. И я уже узнал некоторых личностей. Это мои пацаны, кричу из перепуга.